началом я искренне прошу подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра. Всем здорова, друзья, с вами Дэн. Продолжаем играть в Лего Гарри Поттер. Первый по четвертый года обучения. Продолжаем, значит, у нас историю. Так. Ага, и мы сейчас следуем за пауками. По сути, мы сейчас попадем в темный лес. Точнее, пойдем в темный лес. Так. И как раз мы там попадем в пещеру пауков, где нас захотят съесть. Так, заходим. И да, мы идем к Хагриду. Опа, синенькая монетка. Почему бы нет? Ага. Катсцена. Это вроде бы как инспектор, да, насколько я помню, а это Дамблдор, а, и Люциус Малфой. А, зашибись. О, да, типа следуйте за пауками. И вот мы как раз таки в темном лесу вместе с клыком. Так. У нас вот как раз таки, по сути, мы встретимся с Арагогом, вот этим вот большим пауком. Так, отлично. Так. Опа, это туча. Это мы знаем, да. Мне нужно как-то сюда поднять других персонажей. Так, но я не понимаю, как. Монетки нам не нужны.
Ну да, все-таки нужно было с деревом взаимодействовать. Так, отлично. И скапываем здесь дерево. Вот это огромное дерево. И он нам образует мост. Отлично. Так. Ну, идем дальше. Чё? Мостик. Тут, кстати, да, видел осу эту. Ага, и тут, тут метла. Люмус. Так, отлично. И поднимаем метла в небо. Так. Ну, блин, ну ладно. Так. И что у нас тут? Угу. Оп, еще осы. Окей, а, тут... А, и тут... Конечно же, куда же без пикси? Замечательно, чё. Так, убиваем осу и улей. Так, сейчас пойдем и мобилус. Ошибись. Психануло, да, называется. Окей, копаем. И попадаем в пещеру, да. Ага, и вот у нас Арагог. О, битва босса. Кстати, я почему-то за Рона играю. А, ну. О, зашибись. Так. А, у меня заклинание другое, быстрей. Опа, отлично, все так. Смысл понять. Так. Ну и в принципе последний, это будет не так сложно. А, вот уже вот он у нас прыгнул, раскручиваем его и швыряем. Офигеть. Везде пауки. А, сейчас мы будем, да, на транспорте. Конечно, мотоцикла не было в фильме, это понятное дело, но поскольку у нас тут два персонажа.
Так, ну поехали. Так. Ну, как я понимаю, тут нужно будет просто ехать. Так, а как избавиться? Как избавиться от пупа? Не знаю, как, но... В принципе, я избавился. Так, не знаю. Ай-яй-яй. Плачевно. А-а-а, бревна. Так, он мне вроде дамаг не вносит. Ой. Вот и хорошо, тогда едем вместе с ним. Подстава. Стена прям передо мной тоже будет. Да? А, тоже. Так, и продолжаю дальше. Так, Гермиона. Так, уровень пройден. Открыт режим свободной игры. Истина волшебника пропускаем, детали пропускаем. Золотой блок, но тут будет он у нас один. Ну ладно, ребята, я вам говорю, если вы здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, прокомментировать. А с вами был Дэн. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока-пока.